Друзья, всем привет! Порядка 3 лет назад я рассказывал вам о том, как на Алиэкспрессе я купил вот такие вот флешечки под названием «Нитак». Классные флешки, кстати, USB 3.0 на 32 гига. 3 штуки я тогда купил по какой-то там зверской акции за 5 баксов. И эти флешки отработали все это время вообще без нареканий. Все было круто. Одну, к сожалению, потерял. И вот спустя уже там 3-4 года флешки сдохли. Причем, что интересно, они обе умерли буквально в течение недели. Возможно, их угробила телевизионная приставка от МТС. Флешки проработали абсолютно в разных условиях. И в компьютере, и в телевизоре, и в телевизионной приставке, и в машине. В машине постоянно на солнце, там плюс 40 в салоне, минус 30 зимой в салоне. Флешки работали без нареканий, все было круто. Но, к сожалению, они сдохли. И в этом видео мы попробуем их восстановить. Поехали! Итак, как я уже сказал, флешка вроде как определяется компьютером, но она не открывается. То есть мы воткнули флешку в USB-порт, и мы видим, что что-то появилось. Но при этом в проводнике у нас, конечно же, ничего нету. Даже если мы откроем, допустим, такие утилиты, как MiniTool Partition Magic, это очень распространенная программка для работы с жесткими дисками, с флешками, создавание разделов, тоже восстановление и так далее, то мы увидим, что ее здесь нет. То есть флешка компьютером не определяется. У меня было такое, что флешки точно так же не определялись. Я заходил в Partition Magic, она здесь видна отдельным устройством. Просто переформатируем файловую систему, и все случилось. Но это не этот случай. Здесь флешки не видно. Значит, что мы попробуем сделать? Заходим в интернет, заходим на сайт flashboot.ru и качаем вот это вот приложение. Чек у диск, ну, версия 5.4 на данный момент, последняя. Качаем, допустим, на рабочий стол. Заходим. И мы видим, что здесь тоже ничего не отображается. Чтобы что-то появилось, нужно нажать галочку All USB Device. Жмем. У меня здесь несколько устройств. Я вижу, что Storage Device, а это именно наша флешка, вот она здесь, что-то видно, какие-то данные появились. Нас интересует вот эта строчка. Вид и PID. Кстати, если вы не уверены, что это вот устройство, то проверить это очень легко. Выдираем просто нашу флешку из компьютера, и она пропадает. Как видим, здесь остаются какие-то другие неизвестные устройства, неизвестные мне, камера и мышка. Втыкаем обратно нашу флешку. И вот оно появилось, Storage Device. Значит, это она. Нас интересуют вот эти данные. Вид и PID устройства. Копируем их себе, допустим, в блокнот. Вот я себе их скопировал. Больше эта программка нам не понадобится. Закрываем ее. Далее мы переходим все на тот же сайт, flashboot.ru, но в раздел iFlash. И здесь мы вбиваем данные вид и PID. Вот мой вид, вот мой PID. Я их уже сюда вносил. Жмем поиск. Как видим, сайт предлагает нам кучу разных вариантов устройств с данными вид и PID версиями контроллера. Причем флешки даже разбиты по названию. У меня китайская флешка под названием «Нитак». Ну, наверное, что-то с ней не так, но отслужила она очень долго, почти 4 года. Как бы все было круто до момента, пока она, к сожалению, не сдохла. Смотрим, здесь такой нет. Поэтому подбираем что-то более-менее похожее по параметрам. У нас флешка с USB 3.0, у нас флешка на 32 гига, то есть где 64/128 мы, наверное, смотреть не будем. А самое главное, что нам здесь нужно, это вот эта вот строка утилиты, utils. И мы видим одно и то же повторяющееся приложение в основном везде. Это приложение поможет нам восстановить данную флешку. Значит, копируем название данного приложения и вбиваем в тот же Google. Поищем скачать. Как видим, на том же сайте есть это приложение. Качаем себе это приложение. Вот я себе его опять же скачал сюда же. И в дальнейшем заходим в него. В многих подобных видео, те, кто их записывают, советуют врубайте антивирус. Я же скажу обратное. Антивирус не врубайте. Непонятно, что мы откуда качаем, и непонятно, что может содержаться в этих программках. Поэтому только с антивирусом. Значит, открываем эту программку.
Вот она у нас запустилась. И мы видим, что в ней есть какие-то данные. То есть, да, какая-то флешечка на 32 гига видна. Наверное, это будет диск F. Давайте проверим еще раз мой компьютер. CDEG. То есть, это у нас наши жесткие диски. Это виртуальный CD-ROM привод. Никакой флешки, никакого диска F здесь нет. Так, значит, это нам не понадобится. Ну, а теперь попробуем форматнуть вставленную флешку при помощи этого приложения. Здесь мы жмем на буковку F и жмем Start MP. Посмотрим, что получится. В этом моменте я ускорю видео, чтобы вы могли посмотреть, что происходит с программой вообще во время выполнения всех ее операций. Программка эта будет работать, ну, в моем случае она проработала на 32-гиговой флешке 55 минут, что-то в районе часа. Мне кажется, все зависит именно от размера флеша. Чем больше флеш, тем дольше это будет продолжаться. При этом, как мы можем увидеть, флешка будет моргать. Если она моргает, значит, что-то с ней все-таки происходит. Если она не моргает, то, мне кажется, это уже будет труп. Итак, прошло каких-то 55 минут, программка выполнила все свои какие-то проверки, функции, очистки. И что мы видим по факту? Мы видим то, что за 55 минут мы просканировали наши 30 тысяч мегабайт, что-то здесь написано, и указано, что были бэд-блоки, то есть у меня на флешке было что-то нехорошее. Ну, а дальше что по факту? Заходим в мой компьютер. И мы видим, что флешка определилась. Ура, все, мы работаем. Значит, метод рабочий. Давайте мы все это дело сейчас с вами закроем. Закроем данное приложение. Достанем флешку из компа. Зайдем обратно в мой компьютер. Ничего нету. Ставим флешку в комп еще раз. Да, все, флешка работает. Все здорово, все круто. Как видим, метод действительно рабочий. У нас свободно 29 гигов, 32-гиговая флешка. Наверное, битые блоки там все это дело как-то закодировались, они больше не будут использоваться. Файловая система сразу FAT32. Как видите, программку я запустил по стоку. Никаких дополнительных в ней настроек ничего не менялось. Поэтому можно смело использовать данный метод. Ну и давайте попробуем проделать то же самое со второй флешкой, которая, по-моему, даже не определяется USB-устройством. То есть первую флешку мы из компа достаем, вставляем вторую. Как видим, никаких USB-устройств здесь не появилось, то есть, возможно, USB-порт ее даже не видит. Ради интереса запустим тоже приложение Check U Disk. И, как видим, вроде как да. Ничего здесь у нас нового не появилось. Достанем флешечку. Ставим ее еще раз. Да, здесь никаких изменений. Значит, данная флешка умерла окончательно и бесповоротно. Она, в принципе, не опознается ни телевизионной приставкой, ни телевизором, ни компьютером, ничем. Это значит уже труп на физическом уровне. Возможно, что-то внутри уже с электроникой. Поэтому тут никакие восстановления уже, к сожалению, не помогут. Ну, в принципе, вот как-то так получается. Как видим, если флешка еще как-то пытается определяться с компьютером, то ее можно попробовать восстановить на программном уровне вот такими вот утилитами. Как видим, все начинает работать. Вторая же флешечка абсолютно никак даже не моргала и никак не определялась ни компьютером, ни телевизором, уже ничем. То есть там уже, наверное, внутри что-то сгорело. Она свое отжила и, к сожалению, уходит в утиль. Но одна заработала. Поэтому метод рабочий, пользуйтесь. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!